там, когда будет пауза. Ага. Хорошо. Надеюсь, что года не будет. Будет это не будет.
Thank you.
7 арбитры. Там не пишется, кто борется? Нет? Thank you.
Да,
Thank you.
Oh!
можно чуть в сторону? Где? Чуть-чуть. Спасибо. Есть один прекрасный красавец, один раз курить. Так вот. Вырезаю и опять смотришь. Он просил почту Анатольевич. Никаких прискладок не надо, блин. Я пошел. Ребят, на 7 минут. Так, Сергей Анатольевич, оставьте меня в покое. Вот так и здесь. Не, говорит, ему просто не знаю. Я спросил один, да. Что надо, чтобы он. Нет, я думал, что вы же следите. Я сказал, Дима, если да, вы не пусть немножко. А когда извини, ты за третье место такие суммы даешь. А мы дали с наши деньги. Нам дали. Там нет, я все понимаю, но. Чтобы... Тоже поймать. Вот знаете... ты возьми, найди просто так, да? Да. И вот уже искали. И никто не будет работать за 100 лет. Один ковер будет стоить 700-800 лет. Один ковер. Просто встретит и тебя поставит. Один, второй и третий. А если хочешь обработать, да. А если хочешь обработать, то возьми свадьбу, сколько стоит? Не знаю. Ты видишь?
50 долларов это минимум, наверное. Мы просто этот турнир делаем с нашими деньгами. Что там помог, эти дали 10 тысяч, партия демократов мы дали. Мы потратили. Так не говори, я записываю. Чтобы я не выстрелил случайно. Не наговаривали партию. Хорошо, говорю. Они дали помощь на соревнования. Знаешь, то есть обижать не надо. Да. Просто это так думается, что пришел, был, просил 5 минут и все. Просто вы говорите, что мы там дали. Мы даем для детей, что на соревнования. Ну не приглашайте меня тогда. Я никаких... Я 5 часов встал, час приехал, да. Тратил свои деньги на этот... На такси и получил сейчас 250 лет. 100 лет партил на такси, блин, весь день, блин. Нет, просто я бы сидел дома. Вы сказали и так, поговорили с Димой. Мы вас не знали. Я знал, когда тренироваться у Сам Макарович. И Дима сказал, даешь эти деньги. И мы сказали, что без проблем. Что? Говорите, сколько надо ставить или еще. Просто тогда мы готовы. Мы говорили еще 150 лет. За такси вернут. Надо? И вот ты мне вернул за такси. Правда, на 50 лет больше. Ну вы скажите, что еще надо? Я пока это не сделал, я ничего не могу сказать. А они мне тоже здесь не заплатят. Но я как бы республика, самому интересно. Сначала республика, потом город, Тимур. А потом уже буду думать там. Думайте, если еще поставят. Нет, поставлю. Говорите, сколько надо, что... Просто если сейчас скажу, ты мне дашь, придется это выставить. Знаешь, это я заброшу. И буду то сразу делать, потому что раз... Вот хорошо с этими было, с джунглями. Они пришли, я им сказал, 100 долларов. Все. Они мне, значит, я все снял. Все разрезал, все оформил, название, все по схваткам, как они просили. Поставил, значит, даже видеоклип. Получается так, идет схватка, а когда ты заходишь в интернет, там получается картинка, именно вот фотография одного, второго, тех, которые вот проводили, и федерации. Плюс еще как бы 5-10 секунд, как бы реклама. То есть там это получилось 130 схваток. Они дали 100 долларов. Так я сделал, блин, 4 дня, как проклятый, блин, и все сделал, блин. Юп, и сделал. А здесь, я тебе даже скажу, сколько у тебя будет схваток. 180-200. Это каждую нужно, блин, разрезать. Сюда. Лучше ничего, не плати, подожди немножко. Для меня... Здесь идет провод, ломается, это 2500. Ну да. А кто мне спрашивает, откуда я беру камеру, беру эти шнуры, блин. Если бы да, даже... мне говорили, дай Вася эти деньги. Я не люблю, я не умею просить, понимаешь? Просто мы не знали, мы Дима, попросили Диму. Дима. А, давай.
говорите, вот вас купили такси, получается, там получается 150 лет. Целый день сидел там, взял стаж. Стаж сказал, что больше сюда никогда не поедет. Хорошо, ну да. Тогда все дали. Я сказал, если за свои деньги хоть немножко дают. Вот, блин, там, слушай, они уже не знали, куда их ставить, и даже про меня забыли. Да они про меня забыли. Если бы туда не подошел, так бы не допустили. Так хорошо, я попросили, как бы я. Тогда же все, мы закрыли вопрос. Сейчас опять поднимать вопрос заново. Не Серега. Серега, сделаем, поставим. Вот только ради тебя. Это мои друзья. Тогда по-любому. Никаких проблем. Я выставлю республику. Я выставлю мне город Кишинев. И потом третьим сделаю. Сейчас я тебе скажу. Республика неделя, город неделя. Значит, через две недели. Да? Хорошо. Зрители готовы? Вставай.
Thank you.